Good. Мы находимся в Сирии, в Латакии, в горном районе Набиунис, где до Турции остается примерно 10-15 километров. Высота этих гор над уровнем моря примерно 1400 метров. Склоны гор с той стороны занимают подразделения так называемой армии Исламского государства. Сейчас ВВС России и Сирии наносят бомбо-штурмовые удары по их позициям, а пехота, медленно продвигаясь вперед, вытесняет их в сторону турецкой границы. Наши самолеты применяют фугасные авиабомбы 250-500 килограмм. Сирийские военные активно используют СПГ-9 и минометы. Солдаты и ополченцы Сирии методично подавляют огневые точки противника. Боевики несут большие потери. Агентство «Анна Ньюс», Латакия, горный район Набиунис. Бои с подразделениями Исламского государства и Джабхата ан-Нусра. خلي يلي تحرك الأمور تمام يلا خلي أنا صرت على الغرب إرهاب اثنين إرهاب اثنين بالغدير good